Снежная зима – большой соблазн для любителей кататься со стихийно образовавшихся гор на ватрушках. Сноутюбинги – наиболее опасное приспособление для зимних забав. Ватрушки могут развить большую скорость и стать неуправляемыми. При несоблюдении техники безопасности растет травматизм, причем нередко серьезными последствиями для здоровья и угрозой жизни. Нужно помнить, что многими любимые надувные сани не так безобидны. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при катании с горы. Перед катанием проверьте целостность ватрушки, ее дна, ручек, швов и внутренней камеры. В противном случае ватрушка может разорваться. Также следует обратить внимание на место для катания. Лучше всего выбрать для этого специально оборудованные трассы. Также не следует кататься и во дворах, на ледяных горках и по наклонным улицам. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Трассы для катания готовят с лета. На лыжной базе имеется 2 спуска для сноутюбов. Спуски у нас подготовлены, то есть это в течение летнего, осеннего сезона горки готовятся, выравниваются. Также ежедневно по горке проходит ретрак для того, чтобы не было ледяных бугорков или каких-то других препятствий, чтобы без проблем, без травм можно было спокойно спускаться с горки. Крайне опасно привязывать тюбинг к бамперу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь спускаться с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. Прежде чем начать спуск по трассе, осмотрите ее. На ней не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Внизу должно быть достаточно места для торможения. Идеально использовать для катания специальные средства защиты. Опасно садиться на ватрушку нескольким людям сразу. Нельзя связывать тюбинги между собой. Не пытайтесь лежать, вставать или прыгать на ватрушке. При катании крепко держитесь за ручки и ни в коем случае не тормозите ногами. Тогда соблюдение простых правил безопасности убережет вас от травм и принесет только удовольствие от зимней забавы. Не катайтесь на сноутюбинге вот теперь или при небольшом снежном покрове, так как ватрушка может резко затормозить, а при сильном обледенении горки можно получить травмы. Присматривайте за детьми и не отпускайте их кататься на надувных санях одних. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.